Друзья, всем привет! И в этом видео я хочу вам рассказать за одну новость, которой с нами поделились наши партнеры. А именно нововведение в аэропорту Шарм-эль-Шейх. В общем, туристам, которые теперь прилетают в аэропорт Шарм-эль-Шейх, нужно будет пройти на паспортном контроле сканирование глаз и рук. Выглядит это очень примитивно. Значит, для сканирования глаз используют вот такие вот обычные фотоаппараты, которые установлены в каждой кабинке паспортного контроля. Ну а сканер отпечатков производится бесконтактным путем. Проходить эту процедуру нужно будет всем туристам старше 12 лет, в том числе и беременным, и пожилым людям. Только детям до 12 лет эту процедуру проходить не нужно. Также, друзья, в холле аэропорта демонстрируется вот такое вот видео, где показано, как туристы проходят этот паспортный контроль. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал PSN Travel в YouTube, чтобы быть в курсе всей важной, объективной и полезной информации о том, как путешествовать всегда только выгодно, безопасно и только с положительным впечатлением.